В городской администрации презентовали комплекты почтовых открыток под названием «Рождественский подарок». В их основу легли 20 лучших рисунков и творческих работ, победивших на одноименном фестивале детского творчества. Конкурс «Рождественский подарок» проводится в Иванове традиционно на протяжении 13 лет. Но впервые городская мэрия преподнесла детям сюрприз в виде почтовых открыток. Они были изданы тиражом 500 экземпляров. В первую очередь наборы получат авторы творческих работ. Каждая открыточка с обратной стороны имеет надпись, кто автор, где он занимается. На наш взгляд, это очень важно для ребенка, потому что на выставку не каждый придет, а такую открыточку он может кому-то послать. Он может своим родителям, естественно, в первую очередь, но и своим друзьям показать. И им тоже будет интересно, и еще больше детей на следующий раз примут участие в таких конкурсах.